Мои хорошие, всем огромный привет! Сегодня одна из ваших самых любимых рубрик – это покупочки. Покажу вам свои последние приобретения на эту осень. И в том числе будет много одежды для дома. Я прям вот помешалась что-то скупать, всякие ночнушечки и пижамки, так как все-таки большую часть времени я провожу именно дома, и работаю я из дома. Приятно чувствовать себя максимально комфортно и красиво в домашних условиях. В общем, давайте не будем затягивать вступление и скорее начнем. Итак, наш первый лот – это вот такая сорочка в нежном молочном оттенке из супер приятного на ощупь материала с такой аккуратной вставкой симпатичного кружева. Здесь регулирующиеся бретельки. Почему у меня, собственно, упал на нее взгляд? Мне эта ночнушка напомнила супер популярное сейчас нижнее белье и домашнюю одежду от бренда Skims, бренда Kim Kardashian. На Pinterest сейчас очень много подобной эстетики, в других соцсетях смотрится очень нежно, очень по-девчачьи, так и я прям не удержалась и повелась. У меня это далеко не первая ночнушка вот этого бренда, они достаточно бюджетные, но при этом классного качества, у них всегда очень хорошие отзывы в соцсетях. Люс дель соль, я не знаю, люс дель соли. Короче, без понятия, как это правильно читается. У меня эта сорочка давно уже была в избранном. Как я уже сказала, она далеко не первая у меня от этого бренда. И вот на нее была какая-то прям супер приятная скидка. Они и так, и без того бюджетные, но она у меня обошлась что-то порядка 600 рублей аж. Заказывала я ее на Яндекс.Маркет. И вот с учетом промокодов, с учетом скидок, она получилась прям, можно сказать, за копейки. От этого же бренда я взяла сразу еще одну ночнушечку. Типа классическая черная комбинация. Судя по фотографиям из отзывов, некоторые носят ее прям в качестве такого обычного классического платьишка. Но я бы, конечно, ее не надевала куда-то на улицу. А вот дома это просто супер. Или в качестве комбинации под какие-то, знаете, полупрозрачные платья. Например, она была в трех цветах. Вот если ее взять в телесном цвете, действительно, абсолютно под любое платье с намеком на прозрачность идеально подойдет. У нее очень классный материал, еще круче, чем вот у этой. Настолько шикарного качества я бы никогда не дала ей ее цену. Тоже регулируются бретельки. Короче, просто идеальная сорочка по соотношению цены, качества и эстетики. Прям мой рекомендансьон. Тоже скорее домашняя маечка, хотя, в принципе, можно носить ее и на выход. Сейчас популярен такой стиль с каким-нибудь милым кардиганом, например. Тоже абсолютно бюджетная, даже не то, что бюджетная, прям вот копейки стоила, что-то порядка 300, наверное, рублей. Тоже заказывала на Яндекс.Маркет. Это бренд Твоём, и она была в разных расцветках. Посмотрите, какая милота. Я давно себе хотела что-то подобное, и вы, возможно, могли заметить, что я в последнее время прям помешалась на вот таких миленьких мелких цветочках, кружавчиках. Для дома, мне кажется, прям топчик. Здесь 95% хлопок, и ткань прям такая достаточно плотная. Кстати, майка практически не тянется, ну как бы тянется, но... Слушайте, как будто тянется хорошо, но по отзывам даже многие писали, что лучше брать на размер больше. Вот я взяла размер S, а обычно я беру такие маечки в XS. Базовая бесшовная футболка из полиамида. Кто смотрит мои видео с покупками, знают, как я обожаю подобные топы, футболки, вообще всевозможные вот базовые вещи из полиамида без швов. Это идеальная основа, идеальная база для любых вообще сочетаний, на мой взгляд. И я уже давно хотела именно футболку. То есть в основном у меня маечки, но мне давно хотелось футболку. И я выбрала именно в черном цвете, чтобы на ней не было видно пот. Потому что я активно потею, и на светлых или каких-то цветных лонгсливах на футболках это зачастую может быть видно всякими дезодорантами, типа dry-dry. Я не хочу себе портить здоровье. Был в моей жизни даже опыт, когда я себе ставила диспорт в подмышке. Это был классный период. Я около года вообще практически не потела этими самыми подмышками, но последствия для здоровья не очень хорошие, поэтому я все-таки выбрала для себя просто носить вещи, которые подходят для обильного потоотделения. Вот такую футболку можно вообще спокойно надеть и в тренажерный зал, в том числе. Очень классно будет смотреться с черными лосинами и с черными брюками, и с брюками со стрелкой, то есть какие-то парадно-выходные в деловые, в официальные образы. Вообще, это самая универсальная вещь, которую только можно придумать, потому что она впишется в абсолютно любой гардероб, мне кажется, любого и ценового диапазона, и в люксовый гардероб, и в бюджетный сегмент, и в гардероб взрослой женщины, и в гардероб девочки-школьницы. Даже вот никаких бирок нет, идеально здесь напечатано.
размер SM, бренд Intimedia, надеюсь, правильно произнесла. Тоже заказывала футболку на Яндекс.Маркет, оставлю все ссылочки внизу, как обычно. Смотрите, какие прелестные гольфики, я их заказала для стильных сочетаний с юбкой, также их можно носить в холодное время года вместо колготок, такие очень приятные, очень мягкие, по-моему, это вискоза. Серые гольфы с жаккардовым рисунком, так было написано, это бренд Minimi. Тоже их заказывала на Яндекс.Маркет. Их было, по-моему, 5 расцветок, очень красивых. Также мне, наконец, пришел мой заказ от Inspire Girls. Я вам в прошлом видео с покупками в августе, когда показывала разные классные летние новинки, которые я взяла у них на сейле, говорила, что я также сделала осенний заказ и говорила про офигенный бомбер, который я очень жду. Вот тот самый бомбер. И вообще серый цвет будет самый частый в сегодняшнем видео. Очень мягкий, очень нежненький. Я взяла себе размер М, чтобы он сидел более так оверсайз. И у меня уже заготовлена просто куча сочетаний с этой красотой. Такое сочетание расслабленного стиля с более каким-то официальным за счет того, что бомбер, казалось бы, спортивная вещь, выполнена из пальтовой ткани. Поэтому я его представляю и с кроссовками, и с какими-то широкими джинсами, и в том числе в официально деловые образы, с брюками со стрелкой, с юбочками, в какой-то университетский стиль тоже очень классно впишется. Это, кстати, не просто серый цвет, это такой меланжевый серый за счет того, что здесь сочетаются нити более темных серых цветов и практически такой белый ворс, а смотрится очень фактурно и не плоско. Бренд, как я уже сказала, Inspire Girls, это наш бренд с озера Байкал. Вот такое пушистое чудо, посмотрите, какой милый пушистик. У этого джемпера очень классный ворс, он, по-моему, сделан из ангоры, если я не ошибаюсь, сейчас посмотрим. Да, это ангора, и этот джемпер прям такого премиального качества, тоже неоднородного серого оттенка, с краплением нити более темных и более светлых тонов. Я его также взяла в размере M, чтобы он сидел более свободно. Это тоже Inspire Girls. Также я взяла вот такие трикотажные брюки. Сколько серых вещей вы уже насчитали в этом видео? Это значит что-то такое среднее между трениками и обычными брюками, потому что все-таки они не спортивные, но по комфорту они прям супер расслабленные. Это такой вязаный трикотаж, 100% хлопок. Они очень приятные. Резинка, которая не сдавливает, комфортно сидит на животе. Классно будет смотреться с предыдущим джемпером, как такой комплект за счет одинакового цвета, но при этом за счет разных фактур более интересно и не так односложно, скажем. И мне очень понравилось сочетание с серым пальто-халат. Прям, знаете, такая расслабленная роскошь, как говорила Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе». Я хочу выглядеть роскошно, но не нарочито роскошно, а небрежно роскошно. Вот это тот самый случай, когда образ смотрится с шиком, дорого, но при этом расслабленно и не заморочится. Короче, штанишки тоже восторг, и это тоже бренд Inspire Girls. И размер на этот раз XS. То есть брючки я взяла в своем размере. Ну и это еще была не последняя серая вещь, как видите. Следующий лот это топ бюстье из костюмной ткани с такой еле заметной, аккуратной вертикальной полоской. И его я брала на летнем сейле. Но, несмотря на то, что это открытый топ, достаточно короткий, он очень классно вписывается именно в осенний гардероб. Вот мне так точно, с высокой посадкой, с какими-то жакетами, пиджаками поверх, вот с серым бомбером, кстати, классно смотрится. Сзади такая резиночка и молния. Топ с добавлением вискозы. Короче, I like it. Яркий, сочный акцент в сегодняшнем видео. Такая, на самом деле, достаточно базовая футболка. Взяла я ее в размере S, но она достаточно оверсайз. И я ее, опять-таки, представляю в очень разных стилевых сочетаниях. Во-первых, в этом году супер популярно сочетание красного и серого. А серым, как вы видите, мы обзавелись сполна. И мне на самом деле очень нравится вот это сочетание цветов. Если добавить еще и красную помаду, то вообще просто шик. Также здорово смотрится с голубым денимом, с темно-синим денимом. Особенно за счет наличия вот этой белой надписи. Не было бы надписи, была бы однотонная красная футболка с голубым и синим денимом, она бы уже не так классно смотрелась, согласитесь. И, кстати, сам шрифт такой достаточно элегантный, делает ее вполне подходящей для сочетаний даже с теми же брюками и пиджаками. Особенно с белыми. Я ее представляю с белым пиджаком, мне кажется, это будет просто муа. Белый пиджак, красная помада, очень сочно и эффектно. Стильный молочный свитшот, и это не просто свитшот, это часть костюма. Я заказывала его вместе вот с такими шортиками, но эти вещи можно купить по отдельности. К этому свитшоту также были
спортивные брюки. Можно купить просто отдельно свитшот. Я брала еще в августе этот комплект, поэтому взяла с шортиками, успела поносить. Сейчас, вот в осенний период, можно носить его в качестве домашнего, либо отдельно без шортиков, с джинсами он классно сочетается. Может быть, я закажу к нему треники, посмотрим. Классный комплект, тоже от него в восторге. В стиле популярного бренда Sporty & Rich. Такой более бюджетный аналог, очень хорошего качества. Приятный трикотаж, легкий. То есть облегченный он не на флисе, внутри как такое полотенчико, тоже мягкое, не жесткое. Знаете, бывает такой жесткий футер, то есть вот эта ткань, она называется футер. Здесь он прям такой мягенький. По составу это 90% хлопок. И гвоздь сегодняшнего видео — мои новые черевички. Как же я их ждала. Просто моя новая любовь. Какое же вкусное сочетание глубокого синего цвета и голубого. Очень универсальные кроссовки. И это супер популярная сейчас расцветка и модель у Adidas. Это модель Special. Вот именно в такой расцветке они просто взорвали все соцсети. У меня весь Pinterest пестрил фотографиями образов с этими кроссовками, и я просто не удержалась и заказала их у своих любимых Sortage. У них же я заказывала свои предыдущие Samba в винном оттенке, которые я просто не снимала абсолютно все лето. Я сама была в шоке, насколько они для меня оказались универсальными. Я их носила и с платьями, и с брюками, и с джинсами, и с шортами. Просто 24/7. У ребят представлена исключительно оригинальная продукция. И, кстати, помимо кроссовок, на сайте вы сможете найти и одежду, и сумки самых разных мировых брендов. И, кстати, ребята, как и в прошлый раз, предоставили нам с вами промокод на скидку, но в этот раз аж на 4000 рублей. Промокод Cranberry, он будет действовать до 10 октября, так что не упускайте возможность. Всю информацию оставлю, как обычно, внизу под видео. В общем, это были все приобретения, которые я хотела сегодня вам показать. Я надеюсь, что это видео вдохновит вас, возможно, на шопинг, возможно, на новые идеи каких-то осенних сочетаний, осенних аутфитов. Ну или, возможно, вы просто хорошо провели эти минуты вместе со мной. Я, кстати, сейчас знаете, куда убегаю? Я убегаю к стоматологу, потому что перед сном я сколола себе зуб зубной нитью. Точнее, не зуб, а такой большой кусок пломбы. Я в срочном порядке сегодня с утра записалась к стоматологу. Было одно единственное окошечко. И вот я прям через час уже должна быть у него. Так что да, пойду лечить зуб, наслаждаться чудесной погодой. У нас просто шикарная погода. В начале сентября она прям не радовала, а сейчас распогодилась. К нам пришло бабье лето. Я вообще в полнейшем восторге. Так что надеюсь, ваша погода вас также радует. Всем приятного, удачного шопинга, классной солнечной, теплой осени, здоровых зубов и отличного настроения. До скорой встречи в следующем видео.